Пока у одних опускаются руки, другие действуют. А разве не это самое первое правило для того, чтобы стать владельцем собственного бизнеса? Так думает и брещанка Рита Зданевич, которая пришла в Управление по труду, занятости и социальной защите, чтобы подписать документы на получение государственной субсидии. К сожалению, бухгалтеров у нас не очень ценят, зарплата не очень большая. Поэтому решила уволиться и встать на очередь на субсидию. Зарегистрировалась безработным. Прождала где-то, наверное, полтора месяца, чтобы отправили на курсы, когда соберется группа. Группа собралась, успешно закончила курсы, написала бизнес-план, предоставила сюда и получила субсидию. Планирую заниматься ламинированием ресниц в городе Бресте. Буду открывать небольшой салон. У тех, у которых нет денег на старт, это вообще прекрасную возможность представляет наше государство. А это история об одной красивой и целеустремленной девушке, которая точно знает, чего хочет от жизни. Анна Фролова сегодня работает на себя. Занимается оформлением праздников и анимацией, а также продает детские игрушки. Первым шагом стало обращение за государственной субсидией. И теперь, когда пришла уверенность в своих силах, девушка довольна и со временем даже планирует расширяться. Узнала о том, что у нас государство, слава богу, поддерживает и может дать такую поддержку в виде субсидий. Пошла вот в центр занятости, то есть сразу меня направили к Валентине Ивановне. Там все рассказали очень подробно, то есть как оно, что, потому что до этого я как-то пыталась еще устроиться на работу, но это было понятно, что это не то. То есть хотелось чего-то большего. Нам рассказали, как вести бизнес, то есть что должно быть с экономической, с правовой точки, налоговые, также маркетинг. То есть нас полностью в это все погрузили, то есть дали нам эту базу, поэтому... Наверное, если бы не государство, либо я бы к этому очень долго шла, либо все-таки, наверное, испугалась и не пришла. То есть это огромнейший толчок, как в моральном плане, так и, конечно, материальном. У Оксаны Зиновик трое детей, и, выйдя из декрета, она оказалась в затруднительной ситуации. С одной стороны, больничные неизбежны, и работодатели не спешат по этой причине брать таких, как она. С другой, строгий график на полный день ей самой не подходит. То надо ребенка из садика забрать, то к врачу отвезти. Я узнала об этой программе, о программе помощи молодым предпринимателям. Вот, сразу же я стала в центр занятости, стала на учет. По окончании этих курсов я написала бизнес-план, защитила его, и после этого мне предоставили государственную субсидию. Сколько уже работаете? Есть ли первые клиенты? Насколько вы видите, что это востребовано? Востребовано очень, потому что это, необходимость, скажем так, проще отремонтировать, тоже молнию ставить, чем купить новую, правильно? Но это всегда востребовано, это услуги, это было, я думаю, что будет всегда. Клиенты есть, район хороший, место хорошее очень. Те граждане, которые испытывают какие-то проблемы с трудоустройством, не получается выйти на рынок труда и предложить себя в качестве рабочей силы, таким гражданам предоставляется возможность организовать свое дело, то есть стать индивидуальным предпринимателем. Для этих целей и предоставляется субсидия. На сегодняшний день размер субсидии составляет, точнее, 11 бюджетов прожиточного минимума, это величина постоянная, но если в деньгах, это 2839 рублей 11 копеек. Человек пишет, бизнес-план, он рассматривается у нас комиссионно. По результатам рассмотрения выносится решение положительно или отрицательно. Обязательными условиями для получения денежных средств является возраст не младше 18 лет, постановка на учет в качестве безработного, а также написание и защита бизнес-плана. Стоит отметить, что на конец 2020 года по городу Бресту было предоставлено порядка 53 субсидий.